Ну что же, всем привет. Я, если честно, я прям не знаю, как... Я не могу, у меня слезы, у меня реально просто слезы. Шикарный матч вчера, Lost выдал видео. Я после первого просмотра тоже так плакал, сидел. Что-то реально, что-то в реально. Не, ну это то, что надо. Ну, если вы вдруг там пропустили, то посмотрите на Ютубе, вы, думаю, найдете там и ВКонтакте, и в Твиттере я скинул везде, куда можно. Это, конечно, просто вообще, просто блеск. Дима зажег. Ну да ладно, Дима-то зажег, это такое. У нас продолжается квалификации. Мы смотрим с вами за матчем Natid Gaming против команды Signature Trust, которые не поставили просто себе вообще никакой логотип. Что за люди? Вот что за люди, а? Ну а что, нет турнира, нет логотипа, все просто. Где билетик? Билетика нет, поэтому чего контроль? Ну да, да, билетика нет, так что такое. В принципе, вы и так знаете, кто приблизительно играет. В любом случае, у нас 1-1. Ну и Винтер берет Морфа. Винтер берет себе, опять-таки, Морфа, берет, скорее всего, себе его в сложную. Да, раз дают, надо брать. В первой карте зашло, во второй карте не взяли, Морфа проиграли. Значит, надо третьей брать, все логично. Но главное, что Виспа забанили, больше не увидим и Вестини, наконец. Этих героев пройдет у нас. Ну да, если в первой игре они там с ними справились, то во второй игре немножечко не пошло, ну и решили дреха подальше без них поиграть. Ну, в принципе, логично, потому что, ну, нафига их оставлять, если, в принципе, вот такие вот товарищи сверхпренеприятнейшие. Да, с большими возможностями. Да, более... да, да. Ну, короче, да, нормально. Ну, тут я смотрю на пики пока, вижу, что очень хорошие пики делают ребята из Signature. То есть они, где вот пика мейн штапоришина законтрили Морфа и Вич-Доктора просто одним героем. Круто. Не, ну а может быть они сейчас там что-то там с этим... Ага, вот так вот просто, еще и антимага добирают. Ну уже да, уже видно, что пошел очень интересный расклад у нас. И пик, как ни крути, а у команды Natid Gaming уже смотрится хуже. Ну вот лично мне так кажется, что он уже хуже. Кого ты испугался? Антимага? Да, вот Operation, как ты правильно сказал, отключает двух персонажей. Ну, не то чтобы там полностью, да, но он очень мешает им нормально существовать. Плюс имеется Акс, который с СФчиком очень хорошо дружит, который прыгает и говорит: здорово, братиш, ты приплыл. Ну, здесь да, да, то есть полностью согласен, действительно, вот, в плане возможностей. Мне тоже пик нравится, ну, чтобы пока побольше. Но... с учетом того, что мы посмотрели с тобой две карты, и какие были эти две карты, где нон-стоп просто происходит какой-то экшен, я просто боюсь, что антимагу тут эксу фармить не дадут. Вот начнется этот вот движух, сейчас от Natid Gaming по всей карте начнут бегать, убивать, и вот этот процесс будет практически необратимый. И в таких вариантах, в таких картах, когда команды играют очень бойко, очень резко, но антимаги не имеет места быть в играх, как по мне. Да, да, да. Ну что, пятый пик. Ждем, что пятым пиком возьмут малайзийцы. По идее, не хватает кого, получается, керри. Фармил на легкую. Я аж помокрел от видео хвоста, тут раздеваюсь. Заводит прям, да? Прям вообще. Таки да. Ну что ж, ласт пик Винтер. Какой-то керри, какой-нибудь активный керри, какого-нибудь Сларка нужно взять, опять же. Ну, посмотрим, что они доберут. Ну, я надеюсь, не будет какой-то снайпер. Тролля быть не может, Вайда быть не может, Джаггера быть не может, снайпера быть не может, Медузы быть не может. Ну, вот выбор не такой уж и большой. Вот я согласен, мы с НСом пару дней назад комментировали, и он, я никогда не задумывался про эту тему, но он нормально рассказал, что, типа, ну вот, Valve добавляет там новых героев, одного, второго, третьего, пятого, шестого. С последних 3-4 года не добавили ни одного кэрри-героя. Просто ни одного толкового кэрри-героя не добавили. Ну да, кстати. Ну, типа, хватает? Хорош? Ну, Фантом Ассасин, ну, типа, ну, а как хватает? Вот, ну, вот как хватает? Что у нас из нормальных-то кэрри есть? Не знаю, Антимаг, Луна, там, Фантомка...
Не, ну вообще-то в этом плане как бы они работали с изменением Phantom Lancer, да, они же его действительно переработали, добавили в компетенцию Dota, добавили в, да, только в CM, но, правда, опять те же игры, которые я последний смотрел с участием этого Phantom Lancer, но вот он как был таким же фармящим нудным героем, так и им остался. То есть, по факту ничего не изменилось. Ну, вообще, да. Брю, последним пиком. Вот, а больше кейрит вроде не трогали особо. Надо просто нового какого-то жесткого кэри придумать. Ну вот Арквардон появится. Ну, это тоже такой себе кэрри. Ну да, в принципе. Нечистейший, скажем так. Так, Фантомочка, Бремастер. Ага, все, героев разбирают уже. Погнали. Ну. Разбирайте побыстрее героев. Начнется у нас сейчас третья решающая карта. А после этого, я вам напомню, будет еще у нас наши старые добрые друзья из Execration играть. Филиппинцы из Execration будут играть против команды Arcanist Gaming. Это второй четвертьфинал и последний четвертьфинал вот этой преквалификации азиатской. Ну а вечером Virtus.pro против Mipound в 17 сет. И потом у нас NiP против Vega. Вот такие 4 матча сегодня в эфире. Все 4 подряд на этом канале. Ну, я надеюсь, что будут подряд все 4 на этом канале. Потому что вчера, вы помните, у нас 75-минутные катки сделали так, что Азия не успела закончиться до начала Европы. Посмотрим, как будет сегодня. Я не знаю, кто сегодня комментирует Европу вечером. Кто-то комментирует. Касперняш, по-моему. Касперняш, да. Касперняш комментирует сегодня. Вилат Экватик и Касперняш. Касперняш, да. Вот именно так. И никак не по-другому. Няшный Каспер. А, так, это что это такое? Что это там? Про что ты смотришь? А что они на Рошана так забежали? Это, а, вот типа заначка вот эта вот линия, где их на не видно. На Балтироне, да-да, Балтироне. Ну да-да-да. Надо подловить. Да, да. Так, сделать какую-то халяву. Тут сразу смог отнейтить, они тоже пытаются кого-то найти. Ну, и вероятность того, что они найдут АЭМа намного больше, но АЭМа убить, ну, в принципе, если по таймингу все делать. А, нет, нету стана у Винтера, нет, не убьют они никак, то это антимага, конечно, а Лейклс. Лейклс на АЭМе, ну, все, кто хорошо там дотку знает, все, кто смотрит дотку давно, они прекрасно знают, кто такой Лейклс и что он может делать на АЭМе. Ну, что, жесткий хардкерри, его там, да, антимаги. Морф, по-моему, тоже один из его героев, да, которым как раз таки и пошло вот это вот Иисус и прочее. Действительно. Ну что, ну да. Этот действительно умеет, магиет и покажет. Ну что, у нас начинается третья решающая карта. Лейклс в легкой будет стоять, Широ ему будет помогать. В миде у нас Майпро на Брюмастере, Бумбел опять-таки на Леоне, третья игра. Ну и Абба... собственно, на Аксе. Да, по линии вроде все стандартно. То есть и Нейти-то тоже все поставили так, как нужно было поставить. На легкой там фантомка с суппортом Бич-доктором. Единственное, что здесь пока Айс будет Морфу на топе помогать. Поначалу, видимо, чтобы Морф не погибал. Вот так вот. Не бог, получилось хорошая писорина. И сразу же можно будет отойти. Да, ну, Винтер с двумя кольцами, он же бесстрашный, бесстрашный. Вообще, вейформа есть, да, то есть, понятное дело, что за один хекс его не забрать, или можно по челлингтачу, мой Винтер, это большие траблы, Винтер успевает на вейформе идти, а Тимак следом, точка последняя, это правда. Ну и вот Лейклс еще и зарабатывает ФБ, по-моему, в этой игре не так легко будет Винтеру, как в прошлой. Вот ты в первой, то есть вот ты в первой игре говорил, что, блин, вот этому Морфу нахалявило, он забрал халявный килл, халявный ассист. Как будет, если надо терпеть? Ну сейчас посмотрим, как будет, если надо терпеть. Потому что здесь ему придется терпеть, причем, ой, как серьезно терпеть-то придется. Этому Винтеру, так что, ну, давайте наблюдать. Винтер у нас пока 0-0, пока второй левел, ну, по крайней мере, уже есть перекачка. Уже не так легко, собственно, можно будет его убивать. Ну, перекачка это еще не все, это только...
немножечко может отстрочить, скажет ему, скажет так, ему смерть. Если по чилинг-тачам еще раз под хьюсом ворвутся, то, по-моему, Винтера можно еще раз убивать. Тем временем на руне почти поймали у нас Шейкера. Ну, Шейкер все-таки отбегает отсюда. Ну и Анджей, наша Дуффинде, миди продолжает фармить. 11-4 пока у него, у Бримастера 8-2. СФ начинает хорошо. СФ, который начинает обычно хорошо и заканчивает. Потому что СФ, который там начинает, там, не знаю, 3-1 крипстатом на 4-й минуте, он потом, конечно, догоняет. Но СФ, который топ-1 по крипстату уже на 2-й минуте, он будет топ-1 всю игру. И он очень быстрые шмотки будет получать. Тем более здесь, я так понимаю, вполне возможен вариант как раз-таки не с БКБ, а с Еулом или с Мекой против такого набора героев. Даже, мне кажется, Еул был бы неплох. Да, да, кстати, тоже так подумал, то против антимагов, всяких аксов можно будет действительно либо самого хорошо инициировать, либо себя спасать. Акса тут убивает. Да, хорошо, вышли. Ну и получается все нормально. То есть кэрри забрали по фрагу на оффлейнерах, ну пойдет. Ну, непонятно, почему Акс остался, то есть он видел, что Вичдоктор с руной двигается к нему за спину, стоял там вардец, все прекрасно было видно, но он почему-то немножко завтыкал, решил постоять, посмотреть, подождать, и подставился, вымер. Не очень удачно, скажем так. Кстати, да. Возвращаясь к этому Морфоу, у него появилась перекачка, очень важно именно сейчас уже сразу перекачаться до того, как на него будет идти атака, да, поэтому дело, что за Хексом перекачаться тупо не успеет, а иметь повышенный запас здоровья здесь, скорее всего, ну, будет необходим, да, потому что... Ну, дэмэдж ему пока нахрен не нужен, это понятно, то есть качайся себе, да и все. Ну да. Ну, он уже, в принципе, сложную линию покинул, но сейчас большой вопрос, чем он будет заниматься, то есть он на сложную уже не вернется, вот попробует только гангать как-то. Так же, как он делал в первой карте? Или что? Тут у него сапог появляется. Ну вот он, да, он ушел, он, я не знаю, что он тут пытался сделать даблспаун, я так понимаю, хотел, но почему-то ушел, и он, куда он сейчас идет? Ну, третий левел есть, то есть есть адаптив страйк, ну вот, вот, сейчас он пытается делать то, что он сделал на первой карте, но придут ли сюда сигнатуры? Я думаю, не придут. Думаю, тайландцу, хотя, смотри, СФ дал ему возможность тут постоять немножечко. Интер. Снизу Акса забрали в очередной раз. Вдвоем уже Вичдоктор плюс Маркетка. Почему Акс еще здесь тусуется? Почему он не ушел в леса? Там же нету чена. Уйди себе в леса. Зачем сюда приходить? Второй раз уже умер. У Акса по-прежнему там, ну, тапок, щиток. Ну, пойди, третий левел. Тебе полностью хватит третьего левела. Контрхеликс 2. Нет, он возвращается опять на линию. Ну, это вот, вот странно. Ну, он типа думает, что вот, там артретка, вроде герой такой не самым большим запасом здоровья, можно гонять, там и саппорт тоже такой себе, но в итоге получается, что маледик, красочки, и все, Акс не живет. СФ, где? Минус СФ, очень быстро. 2-2. Да, я думаю, здесь Акса надо убивать, убивать и убивать. Все верно, вот Роджи уже мог цеплять этого Акса касочками, маледиктом, и также бы сделали фраг. Сейчас, тем более, у Сионикса уже появится левел 6, убивать будет намного проще. Даже соло, наверное, на фантомку сможет это сделать. Так, то этот Морф решил все-таки вернуться на сложную линию, делает отводы, там уже второй стак, подбил крипочков. Ну, знает, что пока суппортов нет на линии, поэтому можно позволить себе немножечко здесь постоять. Четвертый левел апнул, тоже более-менее. Да, ну вот Сионикс имеет 28-9, у него уже фейзы, у него как только сейчас появится шестой левел, он на этого Акса должен впрыгивать и моментально его резать. Должен быть рядом Вичдоктор, потому что, ну, это, по-моему, гарантированный фраг. Если Акс подставится под каски, ну вот сразу до герочек. И пошел Сионикс резать, пока без шестого. Пятый, есть берсерский скол. Каски поздновато, еще один дагер. И третий фраг на Аксе. Да ладно, а почему? Да, докапывай, докапывай, должен докапывать. Их мой хилинг селф. Да нет. Ну и вот Брюмастер снизу может отомстить за Акса очень-очень серьезно. Брю, Сионикс, Акса, конечно, может убить, а нет, Акс очень четко байтанул, и вот он клепчик, минус Сионикс. Браво! Вот тут очень четко сыграл Акс, он очень круто байтанул, подбежал, сразу берсеркер скол, все нормально. Ну да, может быть, самым удачным образом действовали Вичдоктор и Фантомка, да, потому что Маледикт, по сути, был вкастован только после того, как уже Блинк связала Фантомочка, то есть в этот Маледикт она, по сути, дала только один стиплиндагер позже, не в самом первых секунд, скажем так, действия самого Маледикта. Поэтому дэмэджа фатального не нанеслось. Там ну и к тому же пятый левел. Шестого не было. Не было критов, не было критов с даггера. Ну да, тут Айс, конечно, уйдет. Но хотя, черт его знает, может и не уйдет. Ты посмотри, да, пытается мансовать, на фиссур у него больше не будет, и вот Айс Фортс, кстати,
Ловят, ну, тут его антимаг подрежет, он пытался нейтралом отдаться, но все-таки добили два саппорта. 4-2, кстати, лучше начинает Signature Trust, действительно лучше. Вот, несмотря там на две смерти Акс, это единственные два фрага, которые сделали Найтед. Акс потом очень четко сработал, а в миде, что там у нас Брюмастер там в ульте почему-то бегал. Но он хотел СФ убить соло, немножко не получилось, СФ довольно-таки жирный оказался с этим болтом. И в итоге Майпро потратил ультимейт свой, надо уходить. Если там уже пошел, успеет ли Цинцефисура? Нет, не успевает. Немножечко не хватило парочки секунд, буквально чтобы перекрыть дорогу. Такие премастер уходит, но при этом, опять же, фраг он не сделал. С другой стороны, у MyPro уже 2.00 стат, у него 1600 монет, то есть блиндагер на подходе, довольно быстрый блинк будет. Что MyPro своего героя пока реализовывает. Так, ну тут SF-чик пока был с ДД, он вообще никого не... Да, SF все-таки через Меку собирается, мы видим Баклер, у него имеется уже в стэше, ну... Ну, эти меки, это, конечно, здорово, то есть и Witch Doctor своим Voodoo Restoration-то здорово, и Морг с перекачкой здорово, но есть Ancient Apparition. Да, который, если попадет... Да, один хороший Ice Blast, и вот эти все меканзмы, все идет никуда. Но, с другой стороны, опять же, этот Ice Blast нужно еще получить, потому что бегает здесь Шир, уровень 4, хотя с неплохим года, но пока даже близко Ice Blast'ом и не пахнет. Винтер, Адаптив Страйк за руку. Хорошо, вот это вот очень хорошо, Винтер. Кстати, гнаться, Шейкер, давай. Второй левел, ой-ой-ой, второй левел на 9-й минуте Шейкер, я понял. Это, грустно. Конечно, да, это вообще грусть, тоска, печаль. Ты считаешь, что того, что на Аксе фраги делали, вот он уже 4-го уровня, а есть просто пока передвигается по карте, и мстительный экспириенс получать негде. Жиловато. Да, но вот в миде пытается под, как-то подличить, ну, такое. Да, пока если смещается куда-то там, бегает, но если есть возможность немножко экспириенса подворовать, хоть как-то. На SF с мекой через 500 голды будет, чуть больше там ему надо. Тут у нас фантомочка 7 уже левел, никого на линии нету, Акс все-таки ушел теперь в леса, уже 6 левел, ну, теперь уже можно было и не идти, наверное, в леса. Черт его знает, ну да ладно. Пошел себе, да и пошел. Да, при этом не стоит забывать, что есть у нас товарищ Лейклс на этом самом антимаге, который хорошо фармит, у него топовый нетворс на карте, вот с СФ в этом деле первую-вторую строчку. Через колечко он надевается, судя по всему, это у нас будет такой антимаг БФ-ный. Да, причем довольно быстрая будет у него БФ, мы видим, ему остается там 2000 для АМа, это не такие уж большие деньги, вот Винтера решил погонять, но Тауэр переключается, понятное дело, на Лейклса, еще и постоять 3 секундочки в стане. Можно, ну вот Винтер что-то... Вот так вот все-таки уходит. Теперь он точно без маны. А, да, Лейклс прогнал его, да и все. Ну а тем временем, таврочек-то снизу упал. Да, с Denial MyPro. И вот ему хватает уже на Blink Dagger. Сейчас погибать ни в коем случае нельзя. Но если у него Primal Split, он чекает ситуацию. Блин, готов. Да, есть Blink у Фантомки. Тем временем то же самое, в принципе, что у антимага по билду. Но вот отстает приблизительно там на 500-700 голды где-то. От АМ, да, на 700 голды, если быть точным, отстает Сианикс, я так понимаю, тоже будет делать он Battle Fury, вряд ли там решится на что-то другое. Ну, поглядим. Так, у нас на теории на СФчика пошла атака. Да, он не убьет его. Брюмастер второй раз в соло пытается убить. И, ну, он не пытается в соло убить, он пытался выжить, у него 50 хп. Так что вот так вот. Тут все правильно делает MyPro и уходит. Да, два раза уже Primal Split заюзан. Два раза он заюзан, в принципе, в никуда. Это, конечно, плохо. А тут Винтер пытается опять-таки мансовать. Винтер, стан. Кстати, хороший стан. И проблемы огромные. Тут у нас у Ancient Apparition. Он погибает точно. Ну вот Винтер красавчик. Так какой прям стоит бить с руки. А что еще делать? Так, АМ, погоня, хорошо. А теперь Винтера резать. Нет, Винтера не будет. Будет еще стан от Винтера. Не хватает маны. 10 маны до стана, но тут Лейклса смысл станет, все равно его там дальше надо чем-то контрить. И прилетает сюда фантомка. Ну и здесь она, наверное, должна остаться, потому что там линия уже Т2 допушилась. Ну да, это сейчас практически единственный персонаж, который может что-либо антимагу сделать. За счет того, что есть Каптэ Грейс. Вот сейчас на Лейклса влететь, крит срабатывает, может быть еще один успевает отлинковаться у нас Лейклс. Ну будет догонять, будет догонять сейчас и вот так вот. Вот это неплохо было. Да, вот это вот неплохо. Лейклза тоже хорошо Винтер на себя байтанул, и Критуля с руки зашла одна, там Шейкер еще помог, немножко фиссуры. Шейкер уже 6-й тем временем. Вот на 9-й минуте он был 2-й, а на 12-й он уже 6-й. Неплохо. Да, на миде подворовал немножко экспириенс, вот за фраг тоже, за антимага тем более, но очень много экспириенс дают. Действительно, выровнял немножко свое положение на этой карте.
СФчик уже Ogre Club после Мейки, очень быстро у него появляются артефакты, еще и Тауэр соло забирает без какого-либо сопротивления со стороны оппонента и поднимается топ по Нетворсу. Причем ты посмотри, какое отставание становится антимага. Нифига себе, там 1200 голды от АЭМа, это как-то много. Ну и вот Фантомка за счет этого фрага догнала АЭМа, то что все там АЭМ на фарме у нее выигрывал, Фантомочка фактически вот одним этим фрагом отыграла. И у Фантомки мы видим 1300 и будет БФ. Антимага то же самое, 1200 будет... Смотри, Adaptive Strike плюс криты, ну-ка. Давай. Комбо-вамбо. Ну, тут почувствовал Эйкос, потому что кратит Амак. Ай-яй-яй, ты смотри, какой смог. Акс, Adaptive Strike отличный в Акса. Винтер, Акса отрезали от всех, Акса пытается зарезать, очень четко, Акс. Акс по-прежнему жив, Акс по-прежнему жив, вот только сейчас он погибает. СФ Меку успеет. У него маны нету, а он уже нажал Меку, он уже нажал Меку. Тут еще ветра от Брюмастера, СФ, СФ. И... СФ все-таки умирает. Слушай. Сел, тут Есть, посмотри, раскставался, Десвар ставится, Майпрот уже без ультимейта. Ой, как он иллюзии завязал, глупо, и сам себя зажал. Да, в итоге, получается, в драке было несколько интересных моментов. Первое, это то, что отрезали Акса. Второе, это то, что СФ завел двух людей просто в леса, где они сами себя зажали, где Шейкер в них ультанул, и Дезвард был поставлен хорошим вещдоктором. Ну и драка. Naked Gaming выиграна 4 в 1. И антимаг отдаляется от своей мечты. А Фантомка, наоборот, к ней приближается. Сколько там фрагов Фантомка-то в драке сделала? 2, получается. Ну, точно был Ancient Separation, а остальных там не помню. Ой, Айс зацепил Айс Бластом, сейчас беда. Айс Бластом. И... Хватил дэмэджа и убивает. Вообще, вот в плане подбора героев, почему антимаг сейчас умирает, мы знаем, что Нейтиты играют очень агрессивно, они делали это в первых двух картах, даже смотрю, что в той карте проиграли. Вот, и в таких ситуациях, когда против вас противник все время агрессирует, пытается делать какой-то экшен, брать антимага, ну, весьма невыгодно, потому что антимаг тупо может расформиться. Тот же самый выбор Фантомки, вот, когда забрали его Нейти, там, один из последних героев, он весьма такой получился очень крутой и актуальный, потому что Фантомка, она может быть полезной прямо по началу игры. Апает себе левел 6, и, в принципе, ей больше ничего не надо, для счастья. Она влетает, делает криты и убивает. Антимаг так не может, даже при одинаковых, скажем так, сборках, например, того же самого Battle Fury. Поэтому сейчас очень серьезно страдают у нас ребята из Траст. Ну вот Винтер в Смоуке и в Инвизе. Винтер, конечно, сейчас должен первым бежать в любой драке, потому что его стан 4 левела сейчас это просто то, что надо. Действительно, антимага за этот стан можно спокойным образом убивать. Антимагу как Battle Fury-то отстрочили, а? Так, станчик, морф, АМ. Ну вот просто жесть. И вот тупо за стан морфа убивают. Слушай, а этот оффлейн морф, мне кажется, он станет трендовым. Ну, если кто-то посмотрит игру команды Naked, и кто-то из игроков, скажем так. Не, ну 12 тысяч нас сейчас смотрит еще, и, наверное, там как бы БТСов 1020 смотрит. Не, БТСов даже меньше, чем нас. Что? БТСов на Азии уже меньше, чем нас смотрит. Короче, это какая-то фигня. БТСы, соберитесь, тряпки. У Год за сегодня еще день рождения, он ее заставляет комментировать. В Лос-Анджелесе 2 часа ночи, человек в день рождения комментирует. Сказал Вилат, финал Интернешнл, которого будет на мое день рождения. В этом году. Я на свой день у Холана спала, да, комментировал тоже. Ну вот, да, нормально. Вообще то, что надо. Я уже третий год подряд, я уже привык. Третий год подряд Интернешнл на день рождения. Нормально зато. Вот в этом году мне не надо будет выставляться. Все круто. Валва вместо меня на автопате выставится. Ну, отлично вообще просто. Тайминг. Говорили, да, сроки проведения. Да, так. Брюмастер опять врывается. Но тут один, хотя в спину забегает. Очень неплохо забегает Акс. На кого он поорет? Акс прыгает не туда. Акс, братан, не туда. Или он ультует в СФ, а Акса убивают. Брюмастер сейчас погибнет, Брюмастер тут, ну да, получает ультимейт, и Брюмастер тоже в таверну, но мы видим Апаришина нету, потому что опять ульт Апаришина был непонятно куда брошен, и вот в этот весь хил, СФ били всей толпой, СФ вообще вот, пофиг. Вот мне вот это интересно, а с какой стати вообще врываться на СФ, у которого есть Мека и Ogre Club, это же ведь не самый тонкий герой в замесе. Ну еще и Акс с него, I don't know, вот просто... Брюмастер все драки, абсолютно все драки подряд, он пытается убить этого СФ, еще и Аксу там прыгает. То есть какой смысл, непонятно. Там еще снизу Ancient Separation нашли подрезать. Да, тем временем у Фантомки есть уже БФ и что-то еще кроме БФа летит.
А, там Ogre Club летит ему уже, то есть БКБ будет у этой фантомки. Все, кто вчера смотрели меня на Азии, помнят, как у нас там была фантомка, от которой я загорелся так, почти как лост, но я прям горел, прям, я не знаю как, потому что это фантомка, которая, у которой было все просто шикарно в начале игры, просто вот супер все. Она купила быстрые фейзы, быструю Яшу, до 10 минуты бегала, убивала, а потом накупила Сенджин Яшу. И не все, купила да. БКБ, и просто забей, а там тупо все бьет, там 5 станов, и ее убивает, казнят, как у меня горело. Ну, игра была проиграна в итоге. Здесь все правильно, здесь Сионикс действует четко, он будет делать себе Black King Bar, хотя, блин, этот Ogre Club, может, на туре Сенджин Яша. Да ну не, ну то куда здесь, Саша, я что с ней делать после БФ? Ну смотри, только-только у Лейклса появляется БФщик, вот только, вот сколько он там минут потратил на этот БФ, должен был появиться уже минут, наверное, 5 назад. С легкой линии с фрифарма, да еще и с ферстблада, который он сделал. В итоге только сейчас, и отстает он уже от фантомки тоже довольно-таки много, да, 1500 монет от СФ и тем более 2200. Ну и если Лейклс продолжит умирать, то, конечно, ничего не светит ему в этой карте. Нужно как находить место для фарма, нужно перестать, собственно, дохнуть. Это антимагу, чтобы быть полезной в драке, еще нужно минут 15 как фармить. То есть, понятное дело, что БФ лишь только отправная точка для фарма. То есть потом манта стайл, тарасочка, и вот только потом можно быть полезным. Ну, как мы видим, зафармили здесь трипл стак эйншитов на эти Т14-7. По деньгам они ведут 6000. Ровно по XP 6,5-7. Так что преимущество есть. И надо продолжать гнобить СФ. А СФ, извините, АМ. АМ только-только вынес Battle Fury. И надо вот сейчас постараться его где-то еще разочек найти. Вообще, антимаг сам найдет команду противника в случае, если начнется давление на ТВРА. Если сейчас ребята из Нейтит пойдут сносить внешний Т2, драка должна быть. И там этого антимага можно в очередной раз прищучить будет. Тем более, сейчас все для этого есть у ребят из Нейтит. Появляется БКБ у СФа. Ой-ой, сейчас будет встреча. СФ, СФ, не успевает БКБ, ульт аппарата, ультимейт Леона сразу же, только сейчас БКБ, СФ не ультует, это ошибка, надо было ультовать, потому что антимаг его сейчас убьет, да, Брюмастер прыгает, размен 2 в 3 все равно, и АМ сейчас 3 секунды встанет. АМ погибает, и сейчас Брюмастериат надо резать. Тогда всех, не давай, Сионикс, просто резать. Ну и вот тут Винтер не отпустит, хотя, ну да, сейчас будет все равно вейв, потом адаптив страйк. Они знают прекрасно, где этот Брюмастер. Он пытается спрятаться, чтобы сделать блинкаут. Ну, да, ушел. Ну, хорошо. Давай, Башек! 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 Ай! Не, ну, не сыграл на сторону Нейтит. Такие западлянки проходят редко, конечно. Да, в итоге размен 4 в 2. Опять-таки, СФ, после того, как юзнул БКБ, ему надо было сразу ультовать. И я думаю, если бы он ультанул, то было бы намного лучше. Что он пытался что-то непонятное делать, но... Это и так нормально драку, то есть выиграли, фантомка все равно живых осталось, нарезал там как надо. То есть если убивают СФ, и остается фантомка, если убивают фантомка, остается СФ. Тут как бы два таких сильнейших дэмэдж дилера, а у ребят из Траст, у них в общем только один антимаг. Который умирает в каждой драке постоянно. Еп, это да, это не весело. Ну что, 20 минут игры за нами, 18-9, двойное преимущество у United Gaming. Ну и в принципе у United Gaming кажется все хорошо. То есть кажется можно дальше держаться. Нужно дальше вот так вот воевать так же, как не воевали до этого. Вот Рошанчика сейчас забрать. Фантомка у нас Black King Bar получит вот фактически после этого Рошана. Ну а фантомку с БКБ я вообще не знаю, как они будут останавливать. Леон становится бесполезным. Паришин, да, Акс и так у нас бесполезный. Ну собственно да пока все очень неприятно. Ну да, да, да. Единственный вариант, как-то пытаться развести на БКБ противника и только после этого БКБ драться. Залетает Винтер, дает страйк и... Боже, бумбел. Какой долгий стан, это забей. Ну и привет, Бумбел. Все-таки полчаса, понимаешь? Им надо было идти реально там секунд 10. И все равно хватает продолжительности этого стана. Слушай, а есть вообще дольше станы, чем 4.25? Ну там у кого 5 секунд, есть долдер стана там всего этого. Станчика-то. Разве там 5? Сколько там? А, да, 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 да. Если никого не разбудить. Ну вот, Т2 упала. На Т3. Имеется Аэгис. Неужели решили, что стоит? По-моему, рановато. Ну хотя. Ну, БКБшку-то, если не принес Сионикс, не стоит, наверное, сейчас идти на Т3.
Без этого. Дали Маегис, да. Ну вот, ну хотя боятся Signature Trust'ы. Сейчас малазийцев, и Т3-то падает, Т3-то активно падает, и вот вынужден заюзать глиф, далеко отсюда антимаг, он понимает, что он пока особо-то пользы не приносит. Брюмастер ворвался, и тут же СФчик, так, прыгнули у нас на Вич-доктора, не хватает дэмэджа, чтобы пробить Вич-доктора, ну о чем тут еще может быть речь? Ну, дебакс вошел, получил адептив страйк и стоял на месте. Брюмастер под своим ультимейтом тоже такой себе дэмэдж дилер. Это действительно все очень плохо получилось. И Брюмастер уходит, ну и бараки. Не тот барак бьет ребята, ну да ладно. Не, ну сейчас, когда ворваться противник не может, то можно и милишный барак бить, ничего страшного. Ну а как это бы... что было? Это мисклик был. Думаешь? Это точно был. Ну а что это еще могло быть? Ну хотя, а что он нажимал? Что он фейзы хотел нажать или что? Брюмастер на Винтера. Винтер получает ультимейт. Винтера убили. Шейкер. Очень хорошо. Шейкер в двоих. И Брюмастер здесь погибнет точно. Ну вот, вот так вот. Опять-таки минус 2. Антимага по-прежнему здесь не было. Пока вот эти все погибали. Только сейчас Лейклс пришел. Ну, Лейклс нафармил себе ультимейт торп в это время, пока все отсутствовали. С другой стороны, за месяц ему тоже ничего полезного не сделал. Так что пусть уж лучше сплит фармит. Может быть, что-то и вынесет. Тогда, конечно, отвратительная ситуация. У Трастов снова проигрываются они. Теряли сторону. Ну, если в первой карте такая ситуация была, помнишь, да, по миду на эти заходили, также там один драку пытались провести трасты, они просто там все пятером слились, написали ГВП. Здесь у них отдали только двоих. Ну, Акс, правда, еще после байбека умер. Но пока еще продолжать играть можно. То есть еще какие-то надежды на антимага присутствуют. Ну, в принципе, да, в принципе, да. Ну, может, блин. Ну, да что там может быть? Да ладно, ничего не может быть. Вот я не верю просто в то, что здесь что-то может быть. Ну, всегда, конечно, надежда есть. Блин, вот сегодняшние три матча мне нравятся. Вчера игры были реально скучные, азиатские. То есть экшен начинался там после 40-й минуты. Команды там друг друга пытались не убивать, так размеренно играли, сдалека так подходили там и так далее. Там MVP Hot Six какие-то тесты. Ну, MVP Hot Six, там два игрока MVP Феникс перешли. QO, который всех на Сларке, на Эмбере гнобил, Нави убивал. В итоге что-то перешел на саппорта, начал на ченах играть. То есть, ну, непонятное что-то происходило. Ну, в любом-то случае, вот сегодня игры шикарные. А культ аппарата, наконец-то, хороший. Ну, сейчас его просто переждут и будут все равно заходить. Ну, Винтер с блинком. Привет, Винтер, говорит Абе. 3 секунды ты стоишь, братан, и привет. Ну, вот это был Акс, ребята. Акс. Да, это беда. Брюмастер. И опять в драке Брюмастер Акс. Где антимаг? Ну, он даже, ну, блин, мы понимаем, что да, что сейчас тяжело драться, но... Ну, блин, это, конечно, печально. Ну, так вот, антимагу много надо нафармить, чтобы быть полезным. А тут вот на эти-то долго же не думают. Они получили небольшие преимущества, забрали Эгис, все, пошли пушить. Пока так же, как на первой карте, кстати. Они просто идут наглым образом вперед, и все. Ну, давайте вторую сторону заберут, придет антимаг, скажет, а где база, гайс? Не, вот как раз там Манта ставил дофармил. Знаешь, вот эти из Dota Reporter'а, я нафармил! Вот это вот. Да-да-да, вот это вот. На Паришин Мидас покупает. Ну, какой Мидас, у вас сторона падает? Мы затянем. Ребят, надо потерпеть. Ну тут будто 4 тавером потом убивает и женщина парыш, но терпеть не получится. Да, я согласен. Ну придет антимаг, он получит 4,5 секунды стана. О чем речь? Да, к сожалению, здесь не справятся. Не справятся без антимага, без его шмоток. Ничего не сделаешь, но вообще без антимага тем более ничего не сделаешь, скажем так. Ну вот две стороны поломали. На 26 минуте это, конечно, дичайшее преимущество для Нейтед. Ну и все, что мы остается сделать, это пойти сломать топ-лейн. Ну, Айгис-то еще не потерян. Просто надо идти наглым образом, и все будет хорошо. А, стан минера 6 секунд, да. Спасибо. Кстати. Минер. Стрела под мы тоже 5 секунд же вроде, правильно? Максималочка. Или 4 чем-то. Итак, на топ должна перетянуться сейчас команда United Gaming, пошел смоук и понемножку выходит на топ. В такой ситуации, если еще подставится антимаг, можно сразу заливать. Фармил, топ убили. Ну, он нафармился, кстати, на манта стайл, если у него гарклап, то есть он еще и собрался БКБшечку себе уфармливать. Ну, пока противник не пушит последнюю третью сторону, фармить еще можно. Еще есть буквально 2 минуты, не больше. Ну, там уже башер тем временем появляется фантом ассасина. Идет давление до 2 тауэр. Глиф, понятное дело, нет, он еще в откате.
Так. Падает. Т2. Будет ли хоть сейчас антимаг драться на Т3? Ну вот есть манта, хочет БКБ. БКБ не дадут ему вывести. Прекрасно он это знает. Ну и Т3. Решающий момент игры. Брю запрыгнул, ультанул. Опять не нанеся дэмэджа клэпом никакого. И вот тут СФ со скадями. Ему вообще пофиг, у него еще и Аегис. А нет, закончился Аегис, извините. Ну вот это, кстати, плохо, потому что его могут убить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как больно. Вич-доктор пытается спрятаться от Лейклза. Лейклза там застанили и убили. Лейклз без байбека. Майпро тоже в таверну. ГГ. Офф-лейн морфлинг. Ребятка. Welcome to new meta. Да? Или нет? Ну что, оффлейн морфлинг, по-моему, доказывает, что он имеет право на жизнь. Скажем так. Вот такой вот у нас получился довольно интересный матч. В любом случае, хорошая игра. Поздравляем мы команду Native Gaming. Прощаемся мы с командой Meet Trust. Ну и что? Сейчас покажу вам, собственно, турнирную таблицу. Буквально минутку. Ай, давай, работай, турнирная таблица. Куда-то пропал Рустам. Дропнула его. Так, вот на турнирная таблица. Вот так вот она выглядит. Aces. Которые у нас почему-то китайцы по-прежнему с флагом. Я не могу понять, почему у них китайский флаг стоит. Что это вообще за... Кто у нас админ? Вот прям в прямом эфире пойду сейчас менять. Ну, потому что, ну что это за люди, а? Команда-то вьетнамская, а ну, уже вьетнамский у меня стоит. Почему? Ладно, бывает и такое. Aces, MVP Hot Six, Native будут играть с победителем пары Arcanis против AIP Execration. Вот так вот. Собственно, анонс грядущих матчей. Arcanis Gaming против Execration. Две филиппинские команды друг с другом встретятся в следующем матче. Это у нас игра должна начаться в 14:30 по сету, то есть приблизительно это будет через час. Никуда не уходите, пауза. Где-то часик. И мы скоро вернемся на филиппинскую битву. Будет весело.